Что нам сказал министр обороны Германии Писториус? Что Россия заполняет сейчас склады оружием и боеприпасами, производя его больше, чем использует в Украине. Другими словами, большую часть того, что сейчас производится, по утверждению Писториуса, это уже не идет в буквальном смысле сразу на фронт, а попадает на склады. Можно быть наивным, говорит Писториус, и сказать, что он делает это только из осторожности. Но на самом деле немцы предполагают, что это для отложенной войны, какой угодно, с Европой, с Германией, против стран Балтии, то есть, в принципе, для продолжения конфронтации. И здесь вот как раз я и говорю о том, что смогли наладить это производство и смогли отчасти побороть, наверное, коррупцию в том числе. Но к чему же, Марк, они могут готовиться, если есть еще, оказывается, купышка, в которую они откладывают? Не, ну это на поверхности лежит. Готовиться они могут только в еще большей войне уже с Европой, неважно, Сувалковский коридор там, или это направление Приднестровья-Кишинев, или это еще там, не знаю, Финляндия там, и так далее. Это они могут делать. И могут складировать это оружие, я вполне такое допускаю. Но понимаете как, ход войны в Украине заставит их скрывать эти кубышки, сколько бы они ни готовились к другой большой войне, эта война их тоже будет истощать. Они не могут начать никакой другой войны, пока они не добьются осязаемого результата в Украине. А он пока не просматривается. То есть он может быть, да, если совсем все плохо будет, то да, они могут захватить какие-то новые города, еще что-то, населенные пункты. Но в любом случае перспектива, и это мой тезис, которым я глубоко убежден, большой войны, она откладывается, продолжение войны в Украине. И в зависимости от исхода войны в Украине будет зависеть перспектива дальнейшей войны, собственно, в Восточной Европе и дальше. И именно поэтому пусть они откладывают 100 кубышек, а вот Запад не должен иметь кубышек, он должен все кубышки отдать в Украину. Потому что пока у Украины есть оружие, войны у них не будет. Как только Украины не станет, да, совершенно очевидно, что все это полетит в сторону Европы. Центральной, западной, восточной и так далее. Ну, это же прямая связь. Ну, очевидное вытекает одно из другого. Москва может себе позволить что-то откладывать. Но я еще раз повторяю, они откладывают, но все равно придется это отложенное все равно использовать, потому что ситуация может меняться в худшую сторону. Сейчас она для Украины может не блестящая, а она может измениться в другую сторону, да, в зависимости от тех поставок, которые осуществляют западные союзники. И тогда придется раскупоривать. Да, они увеличивают армию, они хотят довести ее до 2-2,5 миллионов. Они сами об этом говорят, не я, они говорят. То есть они ищут способы разные, изыскивают средства и так далее для того, чтобы нарастить это все, в том числе и военный потенциал, и ресурсный, и так далее, потому что война за 2 с лишним года сожрала, слушайте, там больше 1500 танков, что-то какие-то цифры безумные. Это, конечно, невероятный расход, который понесла российская сторона в ходе этого военного конфликта. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что верная предпосылка должна вести к неверным выводом. Они заключаются в том, что давайте мы тоже будем готовить, тоже склады заполнять. Ну, что-то вы можете заполнять, но приоритет все равно в том, что тот, кто уже воюет, не должен никогда испытывать никакого дефицита. Потому что воюют фронтмены вашей обороны Европы как таковой. В данном случае Украина – это форпост, защищающий именно Европу. Это банально звучит, об этом все говорят, но это же действительно так. И 2 с лишним года войны это доказывают. Если бы Украина пала за 3 дня, может быть, сейчас уже бушевала война вот там. В Сувалковском коридоре пробивали к Калининграду, уже в Польше бы шарудили, уже бы, так сказать, лезли к румынской границе, Кишинев. Ну, то есть, понятно, что бы было бы. А кто скажет, что нет? А кто скажет, что таких планов не было? Мы много раз это обсуждали. Меморандум Путина декабря 2021 года именно это предполагает. Демилитаризация всех стран, которые входили в Восточный блок и стали членами НАТО после мая 1997 года. Но они же сами об этом говорят. Поэтому пусть Москва запасы делает, пусть она, говорят, из Северной Кореи, черти что везет уже из Ирана. А вот Западу не нужно слишком сильно полагаться на складирование и подготовку к войне. Пока воевать Европе в полном смысле. Нет, у них хорошие армии есть, достаточно боеспособные части, но в широком масштабе нечем и некому. Понимаете? Некому. Для этого нужно перейти к призывной армии от контрактной. Нужно, чтобы армия была как таковая не меньше 1,5-2 миллионов,
набрать по всей Европе, да, чтобы каждой национальной армии действительно сохранять цифру выделений из бюджета 2% от ВВП, а лучше еще увеличить до 3%, сейчас Германия увеличивает и так далее. Вот тогда, конечно, тогда будет кому воевать, и тогда можно накапливать и посредством увеличения интенсификации военного производства все эти военные ресурсы. Тогда это логично, все как бы тогда будет работать. Про мир – это мирная конференция в Швейцарии, она будет в июне, мы с вами ее уже вспоминали, и я, честно говоря, Марк, вот сколько мы общаемся с украинскими экспертами, бывшими послами, но я не слышала еще ни одного голоса и мнения, что это будет прорывное событие, что нам чего-то там удастся достичь. Ну, то есть скепсиса очень много, крайне много. Я всегда говорю, что ну, туда едут просто, не знаю, там развлечься, получить блокнот, ручку с этой конференции и до свидания. Но до тех пор, пока, во-первых, сегодня значит, представители России не сказали, что мы не поедем, хотя, кажется, официального приглашения никакого не было, поэтому едете поедать, нам плевать. Но президент Украины Владимир Зеленский, он заявил, что Россия планирует сорвать глобальный саммит мира, который должен состояться в июне, что не просто, значит, хотели бы как-нибудь, а прям есть конкретный план, как сделать так, чтобы было меньшее количество стран и тому подобное. Ну и, наверное, все это не без Китая. И когда Зеленский говорит о том, что Россия хочет сорвать, а я верю этим словам, я думаю, а что ж в таком случае Россия увидела в этом саммите, что его нужно остановить, не допустить или сделать так, чтобы там было представительство меньшего количества стран? Вы знаете, ну, во-первых, Россия всегда в лице путинского Кремля будет гадить на любую инициативу Украины, ей для этого мотивации дополнительных не надо. Да? Начнем с этого, что это логичное поведение, так действуют установки, которые изначально, да, ну, это вот установки, которые как заводские установки, именно такие, что, значит, должно все гадиться. Значит, это раз. Во-вторых, саммит мира, по формуле мира в Швейцарии, он же ведь, вокруг него много суеты, тем не менее, несмотря на то, что от него мало что ждут, суеты-то много. И Китай вот тут наблюдателем, и разговор о том, что без России его проводить нельзя. Суеты много. И это вызывает ощущение, что ну вроде как формат с Турцией не идет, формат Саудовской Аравии тоже заглох. Вот саммит Джиди в прошлом августе, 5 августа же был, значит, и какого-то продолжения существенно не получил. Ну вот как бы раз это Швейцария, а вдруг если действительно там какие-то будут судьбоносные решения приняты, что там отведут срок в Москве на урегулирование конфликта, а если нет, ну тогда будут вводить войска, например, да? Значит, для обеспечения по формуле мира условий для окончания войны. Ну, что-нибудь такое. Это вряд ли, да, и не думаю, что об этом речь идет, но Москва на опережение пытается этой масштабу и договоренностям, которые там могут состояться в июне в Швейцарии, воспрепятствовать. Ну, как может. Понимаете, как может. Тут можно любые приводить доводы плюс-минус в пользу и против, но Москва действует так, как мы от нее ожидаем, скажем так. Да? Москва, естественно, не поедет, потому что а что ей там обсуждать? Формула мира предполагает отведение с оккупированных территорий войск к границам 91-го. А что, Москва на этот раз согласится? Нет. Значит, с другой стороны, просто не реагировать и дать возможность любым инициативам такого рода со стороны Киева реализовываться, это в их представлении наращивание дипломатического авторитета самого Киева и увеличение действительно числа сторонников того, что война имеет только единственный способ завершения, это в соответствии с международным правом возвращение всех территорий до границ 91 года Украине, потому что это международно признанные границы и международно признанный суверенитет Украины, и другого нет. Москва же ничего не предложила взамен, чтобы основываться на международном праве. Они говорят о геополитических реалиях. Это что такое? Это что такое? Что за красные линии? Что за геополитические реалии? Это где вы выкопали такое? Я хочу, потому что могу. Вот приблизительно так это выглядит. И, собственно, никакого обоснования ни к международному праву, никакой апелляции к иным каким-то там установлениям ее нет. И чем больше проходит мероприятий в принципе, сумма дает результат. Не одна отдельно взятая швейцарская конференция по формуле мира, а сумма дает. Все утверждается мысль, а действительно, а как мы будем? Почему мы должны поступиться международным правом в угоду и желанием Москвы оттяпать куски территории? А в конечном итоге под этими кусками все уже, по-моему, сейчас более-менее должны понимать, что Москва камуфлирует желание захватить всю Украину, а не ее часть, не 20%. Ни Донбасс, ни Юг,
не Крым, а всю Украину. И когда это понимание придет, ну, наверное, другой алгоритм будет действий вот тех участников этой конференции, которые будут решительно поддерживать скорее там Францию, которая собирается направить ограниченный военный контингент, понимаете? И этого Москва побаивается и не хочет допустить, что тоже очевидно. Вот. А может быть, так сказать, там будут приняты решения о том, что, а, вот мы долго терпели, а давайте мы все самолеты отдадим F-16, да, Таурусы дадим, а Атакамсы 500 ракет дадим, ну и так далее. То есть для Москвы действуют страхи, которые вызваны ожиданием более худшего развития для нее ситуации, и именно так рефлекторно мимикрирует этот организм, сокращаясь и пытаясь конвульсивно предпринимать усилия, чтобы этот саммит понизился в статусе, демпинговать его. Мне кажется, одно из самых больших разочарований всех этих двух лет мировой дипломатии и западной в частности, это то, что можно повлиять на Китай, а Китай повлияет на Россию. Вот самая, казалось бы, в теории простая формула, которая не сработала ни одного раза. Да? Да, сейчас продолжается некий раунд переговоров. Энтони Блинкен прилетел в Пекин, чтобы говорить с Китаем. Множество, то есть риторика действительно становится со стороны США намного более жесткой. Но тем не менее, кажется, что от Китая оно просто все отскакивает. Я прошу прощения, но так как дала Россия Китаю, как бы не даст никто, поэтому я не знаю, какие перебивать ставки. Последняя информация – это то, что стоимость российского газа для Китая, она до 2027 года постепенно, но снизится на 28%, если сравнивать с потреблением из Европы. Треть скидки, да, ну, разве можно было того мечтать, просить и так далее. Китай и так все скупает, получает акции, свое влияние в России без войны, без оккупации. Сдается абсолютно все, и как сырьевой придаток оттуда забирается из России все самое лучшее для Китая. Как вы считаете, вот все, что мы сейчас наблюдаем, в частности, с визитом Блинкена, не будет ли это увенчано полным провалом? Потому что многие эксперты уже говорят, но ничего не получили. Сколько бы ни съездили, Шольц, который говорил о бизнесе, Макрон, который, скорее всего, будет тоже говорить о бизнесе, а все остальное, мир как таковой в Европе, Си Цзиньпиня не интересует. Ну, Китай вообще занимается только своими вопросами. Стратегически его интересует возможность участвовать в мирном процессе в Восточной Европе, чтобы ему отдали Тайвань. Вот я вижу этот размен, и Китай мотивирован именно этим. То есть он готов влиять, уговаривать, что-то делать, да, но только если ему что-то дадут взамен. Это что-то для Китая принципиально важным является воссоединение с территории континентального Китая именно Тайвань. Я так считаю. И думаю, что уговоры в сторону Вашингтона идут именно об этом. И Блинкен, наверное, как-то будет Си Цзиньпином это обсуждать. Естественно, Соединенные Штаты вот так сразу согласиться на сдачу своего союзника не могут. И это явно не цена прекращения войны в Европе, которую затеяла Москва против Украины, для того, чтобы отказаться от форпоста США, важнейшего в Южно-Китайском море, прежде всего, самого Тайваня и так далее. Ну, это не цена. Но, тем не менее, компромисс какой-то они скорее найдут, потому что Китай не демонстрирует агрессивных военных намерений в широком поле. Только в отношении Тайваня, и то очень ограничено, и постоянно оговаривает, что это как бы не способ, к которому хочет прибегнуть официальный Пекин. А вопрос в другом. Действительно, а может вообще Пекин повлиять на нынешнего Путина? На такого Путина? Убедить его прекратить войну, как-то пойти на компромисс дипломатический, политический и всякий другой геополитический. Вот и раньше мы сказали, да, может, конечно, Китай может. А сейчас как-то это подвергается некоторой эрозии, потому что в ходе этих двух с лишним лет войны, ну вот особенно последнего там полугодия, по-моему, Путин уверился в своей абсолютной незыблемости позиции и непогрешимости перед крупнее его союзниками. Безусловно, Китай там несопоставим по масштабам с Россией, о чем там говорить, что тут обсуждать. Но и Москва начала вести себя несколько более отстраненно, несмотря на то, что она впрямую зависит от товарооборота с Китаем, Китай – это единственное окно для сырья, для да, много чего, да, и в обратную сторону, для товаров китайских, потребительских и иных. Тем не менее, Москва сейчас, по-моему, не очень расположена прислушиваться даже к Китаю. В такой степени, если Китай поставит перед выбором, перед ультиматумом, все, войну надо завершать, отдать хотя бы там большую часть территории или что-нибудь. Я вот не уверен, что вот при таком разгончике, который Москва получила, она на это готова. Есть и второй фактор.
А Китай опасается прихода Трампа. Трамп совершенно антикитайский настроен. Это точно, абсолютно. Совершенно антикитайский. Он, придя, может, так сказать, сильно включить в этой части света, Южной Азии, так сказать, в Юго-Восточном бассейне, может включить режим очень неприятный для Китая. И Китай пытается вовлечься в какие-то процессы, которые позволят даже в случае прихода в ходе ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Трампа быть интересными даже новой республиканской администрации, понимаете, чтобы их не душили слишком сильно. И они пытаются возобновить как-то процесс спустя вот уже 2 с лишним года войны в режиме своего участия, понимаете. Получится это, не получится это, мы, конечно, поглядим. Я думаю, что в Швейцарии Китай будет участвовать в качестве наблюдателя, как это было заявлено. Уж я не знаю, к чему это приведет, какие это даст результаты, но Китай сейчас больше заинтересован в силу цейтнота, остающейся до ноябрьских выборов, и попыток договориться с демократической администрацией, не случайно поездка главы Госдепа Блинкина в Пекин с этим связана, чтобы в случае, если Трамп все-таки придет, уже иметь какой-то задел, причастность к решению вопроса о мире в Украине. Потому что если Китай в этом не участвует, тогда и никто и не будет с ним договариваться по поводу судьбы Тайваня. Понимаете? Нет такой цены, которая бы сейчас была бы достаточной части спроса и предложения Китаем для того, чтобы ценой за него был Тайвань. Ну, нету такой. А при Трампе тем более не будет. А понимаете ли вы, почему для Путина, для российской власти, для российского общества никогда не были важны те принципы, которые... Китай очень сложная, очень непростая страна, но даже там в какой-то момент задумались о демографии, например. Да, именно поэтому было отменено там правило, жесткий закон о втором ребенке. Новое поколение, как движение экономики, все это было очень важно. Да, и Китай смотрит на какие-то цифры, на прогнозы и очень надеется на науку, чего нет в Российской Федерации. По последней информации очень интересно вышла социология Института народно-хозяйственного Академии наук, это доклад Института народного хозяйства, о том, что численность населения России сократится через 25 лет, кто-то может скажет, что и не очень скоро, на 10 миллионов. 10 – это очень много. То есть, несмотря на то, что в России работают мигранты, несмотря на то, что туда приехало, ну, там, по неофициальной информации, говорят, порядка 2 миллионов украинцев, и дальше Россия зазывает к себе людей, это не привлекательная для миграции, на самом деле, страна, поэтому население будет убывать. Так или иначе, вот тот самый великий русский народ, он сейчас умирает. И все это, в принципе, можно было бы пофиксить и исправить, если бы это было важно. Но оказывается, что рождаемость, смертность, все это, ну, очень так, не на порядке дня для Путина. Они вообще об этом не думают. Ну, а если бы думали, они бы затеяли бы войну, которая съедает половозрелую среду мужскую, которая могла бы быть хряками-производителями, собственно говоря, у себя на родине, а они умирают где-нибудь в Авдеевке. Это вообще в сторону демографии решение? Ну, не говоря о том, что ковид, в период ковида там нормально померло, не говоря уже о том, что там и другие. Мужская смертность очень велика в России. А что делает Россия? Затевает войну. Ну, какая же здесь демография и какая здесь программа вообще увеличения популяции и так далее? Какая? Да никакая. Поэтому государственная политика направлена прежде всего на реализацию амбиций Кремля и его интересов реваншистских и имперских, и она не учитывает никаких факторов необходимости, там, сказать, увеличения рождаемости. А что увеличение рождаемости? 2 ребенка в семье не просодержать в русской семье. В средней провинциальной русской семье не просодержать. Поэтому рожают 1 ребенка, если уж кто-то решается. 2 – большая редкость. Уже больше, там, 3, 5, вы что это... Не знаю, в каких старообрядческих семьях раньше такое было. Поэтому Китай ведь, понимаете как, Китай на таком уровне находится, что вот представить себе снижение численности там радикально, там, знаете, на 50 миллионов, невозможно абсолютно. Они пытались. Вот это ограничение 1 ребенка, я в Китае бывал, я много раз в Китае бывал, специально этим интересовался, между прочим. В разные годы я был и в 90-х в конце, и в нулевых, и в 10-х приезжал, в разные места, и в Пекин, и на Хайнань, и в Гуанчжоу, и, так сказать, в Гонконге бывал, и в Макао уже после того, как они были присоединены. И я вам хочу сказать, что китайцы махнули на это рукой, потому что
они увидели в этом некоторую бессмысленность. Когда тебя 1,5 миллиарда, попытки, знаете, так сказать, сократить там, я не знаю, на 20 миллионов при такой массе, они погоды не делают. И поэтому, поняв, что дети рождаются все равно, и вторые, и третьи, и так далее, а им паспорта не выдают, там же ограничения, как действовать, он просто паспорт не получает. А без паспорта ты и не поступишь ни в школу, ни в университет, ни, ну, там, провинциальная среда, даже университет, речь не шла. Ну, то есть, тяжело жить, понимаете? Есть только одна возможность – выехать за границу. Все. Поехать на заработки куда-то. Ну, и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, Китай, я бы сказал, ему самому способствует сама и история, и традиция тому, чтобы не бояться депопуляции, понимаете? Ну, при 1,5 миллиардах, что ее бояться? А для России это критический вопрос. И я охотно верю, что за сколько? За 20 лет на 10 миллионов сократится? 25. Ну, хорошо, за 25. Но я охотно верю, что на десятку сократится вообще без вопросов. Охотно верю, потому что война продолжается, люди уезжают, кто могут, да? Причем уезжают-то не дураки, не пьяни рвань, которые остаются, а уезжают-то люди умные, от которых, может, что и хорошее бы родилось, понимаете? Ну, так а почему нет? То есть я просто скажу, что сама по себе политика войны – это политика обратная попыткам решения демографического вопроса, а не способствующая. Вот о чем речь. Мединский, конечно, не доживет и не напишет новую книгу о истории и о последствиях того, что наделал Путин, но если уж так история предрешена, что должно сократиться население, то пускай сокращаются. В конце концов, для нас это, как всегда, снижение будущих опасностей.